Директора по связи зовите. Здрасте. Только хотел вас похвалить. Да. Да. Как посадил вас? Дортик только один. 30 суток. 33 сутки сегодня. Ну да. Дортик. Вообще непонятно, до какого и от какого. Ну, срок годности-то должен стоять. Это по всем трем чекам, да? По всем трем чекам, 584. Не дает возврат, не надо перезагрузиться класс. Я вам сложил все чеки, можете проверить. Давай. Хорошо. Извините, пожалуйста. Европейский нет, Венс, она дороже. Ну все. На каждый чек один процент. Я знаю, да. Я знаю. Все, спасибо. Что-нибудь еще мне полагается, нет? Нет. Извинения не полагаются. Не узнала, извините. Я вообще никто. Ну, вы никто, приемщик. Но вы же тут работаете, извините, в пятерочке. Извините, пожалуйста, за просрок наш. Мы не... Надеюсь, извините. В третий раз такого не будет. Есть у меня вот у вас? 17 рублей. Есть. А у вас по карточке было, да? Да. Надо карту. Вот сейчас я... Так вы мне уже наличными отдали. Я так не могу, вот сейчас карту наличные, а я вам карту. Так там же написано у вас. Здесь ничего нет. Так, Венчина, простите, пожалуйста, вы пенсионерка, да? Да. Так, я вам дарю колбаску венскую. Я вот хотел себе одну и один тортик, а вот получилось два. Возьмите. Дарите? Дарю, конечно, да. Спасибо. Просто большое. Я тут просроченный нашел несколько штук. Мне вот дали в подарок несколько штук. Мне несколько не надо, вот я вам одну дарю. Я думаю, так будет правильно и честно. Спасибо большое. Все, спасибо. Всего доброго. Так, что вам карточка нужна, да? Да, мне просто наличку вернуть, а то у него будет минус. А мы вам все на карточку. Так, раз. Сегодняшнего дня поменялись кнопки. Денежку, какую денежку? Вот это поворот! Которую я вам дала. Ладно, хочу. Просто мальчику будет не даст сдать чай. Так, сколько там всего-то было? 500? 50? 500. Сколько? Считал, не осталось. Сейчас посчитаем. Так, 319.98. Они мне тоже дали в зубы, и хотя бы объяснили вообще, почему. $384. Ага. Так, с вас рубль. Угу. Спасибо, извините. Не за что. Зато бабушки помогли. Гали, девочка, вчера смотрела. Ну. Все просмотрела. Была бы ночная смена еще. В прошлый раз было два торта. Вот. На третий раз обычно все намного лучше. Так что третий раз ждите где-то через недельку. Всего доброго.
Вот так вот. Это у нас была пятерочка, я даже не знаю где. В районе Перова. Адрес привожу. В общем, просрочка была найдена, куплена. Там денежки возвращены, подарок получен. И бабушке помощь оказана. Так что все добрые дела на сегодня. Можно считать день удачным. Еще, конечно, придем проверим этот магазин. Надеемся, что там больше ничего не будет.